Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии на восьмерых за Китай в Sid Meier's Civilization 6. Континенты и острова, три включенных режима, в общем, все подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео. Ссылка на первую серию в прикрепленном комментарии, там же ссылка на плейлист всего прохождения. Переходите, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, у нас тут практически Netflix. Спасибо вам большое за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Так, 60 это 47. Француз, предложение, потом 55 отдам. Подходит. Главное потом... Хотя эти леса тоже нельзя мне вырубать. Это по одному дают, и два леса еще один. А, подождите, а если я здесь поставлю... Слушайте, кто-нибудь в курсе, если рис на болоте, то если я поставлю там ферму, болото останется? Да. Да. Бонус от болота останется. Да, 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 да. Что там, чудо рядом с болотом какое-то строится? Нет, у меня эти минанки, я уже построил чудо на болото. Странно, не показывает, что я... Дед, бородед, я заберу, я сейчас поставлю уже город на следующем ходу, я заберу кофе и оставлю тебе бананы, тебе вкусные очень. Добро? Мне кофе надо, у меня нет кофе. Что еще раз? Мне надо кофе, у меня его нет. А, Можешь забирать бананы-то? Да, ну, мне так даже лучше. Так... Ну, наверное, надо вот эти леса вырубать, этот... Если мы пойдем в союз, я могу забрать кофе, отдать тебе бананы, и я тебе подарю кофе. Но если мы в союз заключим. Я лучше себе так заберу кофе. Хорошо. Игрок это запомнит. Да-да-да-да. Этот NPC это запомнит. Это как? Бинарная комбинация из трех элементов. О, привет. Понятно. Приветствую. Это ты что, на острове на одном сидишь? Вот, да. Так, наверное, отложу здесь за ход сидеть. И начну вот здесь центр коммерции. ГГшки. Видите, как ГГшки слабенько? Так, давайте, наверное, на автомат там ставим этого. Вашу тягу к исследованию. И надеяться, что ваше сердце открыто к духовным. Да, откладываю. Наукам ход. Так же, как и к исследованию. Хотя мне, конечно, в Пекине тоже хотелось бы, наверное, священку. Плюс 4. Что намекаешь? Блин. Ну, вообще, я два района могу построить. Веру, сначала похоже. Центр коммерции, а потом священку. Ну, чтобы вера капала. Чтобы расселяться можно без было потом. Веры сложно. Давайте пока инженерное больше дело. Хочет заложить фундамент продуктивного сотрудничества в будущем. Я не понимаю, это что я так зря бежал в веру, все рубил там, чтобы ее никто не взял?
В смысле, я же взял веру. Ну, ты посмотри, больше никто. А, ну да. Рассинхрон кому-то дала? Не, почему больше никто? А вон еще два неизвестных игрока. Нет. Сейчас возьмут. А? Ну возьмут-то пока что нет. Ну возьмут. Так следующим ходом уже кто-то берет. Нормально. Так я имею в виду, что ее просто бежала прямо на веру. Поехали. Серьезно, ты сейчас пойдешь в рынок и забираешься? Ты кому? Тебе. Там руинка будет? Да. Я не знал, что там руинка будет. Предложение. Спасибо. Я просто территорию разведываю. А зачем? Так. Этот лес, наверное, вырубаем под сянь, потому что, видите, он тут... Пройти. Так. Вырубаем. Ну, карту дальше изучить. Что там дальше? Кого-то еще встретить? Не надо, больше теперь нет. Центр коммерции сразу строим здесь. Да, так, ладно. А в Пекине передаем эту клетку и тоже центр коммерции. Так, в Сиане. Ну, вырубаю клетку. Ну, почему не показывает, что тут строится? Я не знаю. Фигово это. Блин, ГГшка будет. Черт. Подожди, я ж могу как-то уменьшить вроде. Блин, вы когда все молчите, мне минут сердечко. Блин, у меня нету денег на это. Я что-то вот слышу. Это плохо, что здесь ГГшка появляется. О, спасибо, спасибо. Лучше бы я, конечно, тем... Тут оставил город. Тут хорошее место. Причем я бы, наверное, даже где-то здесь город поставил, потом там, а тут теперь не влезет. Если ГГшка появится, черт. Так, не убиваю. А, убиваю. Блин. Но он все равно ничего не... А, может этим еще вот так давайте. Добьем. Сколько тут зарядов? Три. Три, два. Так. А, блин, я вообще-то хотел миссионера купить на самом деле. Распространить религию побыстряне. Не, не заберу я там руинку, дед. Там мечники. Защищают ее. Да. Показали мне, куда меч засунут. Если пойду туда. На себе показали, что ли? На моей кукле. Так, открыли политическую философию, но... Античную, блин, или... Не, античную республику поставлю. Уже там центры коммерции есть. А, давайте...
Так, первый посол в Шенгете я сейчас отправлю. Бонусы соседства священного места, наверное, тоже поставлю уже. О, засоюзил Шенгетти, сразу кучу народу встретил. Привет. Здорово. То есть недалеко их континент? Не, на самом деле далеко. Просто к нему проплыть типа можно, а, и что, что Шенгетти и сделал. Понял, понял. Но континент далеко. Блин, а почему у меня полностью здоровый? Шенгетти реально через полкарты ко мне плыл. Так, не заканчивайте ход, наверное, просто плюсик в чатике поставите, чтобы все походили. Тогда я отключу таймер, потому что... Да, да, отключай. Ну, стены рановато пока. Вообще, надо бы стены построить, конечно, во многих городах. Так, тут рынок... Тут рынок. Ожидаем только Алексея. Все? Да. Да, все спасали, у нас одного нет. О, ребята, а тут госслужба-то недалеко. Она сразу за философией. Вы, вам как там до союзов? Я вот близко. Через три хода. Четыре, извините. Да, но у тебя просто этот Париж уже 11. То есть ты ускорил госслужбу. Да, в том моменте, где закончили, то есть. Но да, да. Специально сделали все действия. Вот, понял, 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 буду знать просто, ну, я для своего опыта. Если грузишь автосохранение, нужно предыдущий ход. Если так, вручную, то и... Все, все, я понял тебя, угу, спасибо. Интересно, это у нас Польша тут внизу, это она на своем отдельном континенте, да? Да. Польша стронг. Счастливый. Блин, я по идее должен забрать его. Следующим ходом. Хочется надеяться. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Продумать, ну где-то... Я даже не знаю, делать ли здесь стены, где-то, может, там. Но стены надо будет сделать. У меня забавный артефакт в игре, сейчас в Discord закружу, покажу. Даже интересно стало. Три разных спецрайона. О, такой маленький офф-топ пока там уже все ходят, если можно. Могу, короче, в общем, да. Здесь в Румынии ездил в замок Пелош. Это замок там графов, графа и графини в 1860 году образованный, основанный, извините. Очень интересное место, на самом деле, если кто-то когда-то будет в Румынии, рекомендую посетить, потому что вот прям чувствую, что прикасаешься к истории. И там есть один рыцарь такой, ну, высотой примерно, наверное, 50-60 сантиметров, и у него на щите вот прям лицо Путина, только такое круглое, и такое смешное. Я прям орнул с этого, вот, ну. А чё у нас таймера нету? Так, ну чё, забираю, вроде... Да, вроде он тут не построится в итоге.
Так и не смог понять, как в чат кинуть картинку в Дискорде. А там прикрепить файл просто, ты если принскрин делаешь, там прям, по-моему, он даже прикрепляется одновременно. Чё-то не получается. Ну, вот, слишком много. Скорее всего, прав нет. Значит, да. Блин, может еще одного миссионера пока? Там, короче, это... Что, у нас дополнительные заряды? Я бы по максимуму распространил, может, свою режим. Злого ваше, Ужиков? А, есть, вижу. С другой стороны, конечно, не, надо на поселенцев оставить. Так, а что сторона? Я не помню. Ну, как это? Прозрачный фон на дереве технологии. Блин, ну тут я даже сначала и не понял, в чем прикол, да, кстати? Блин, да? Ну мне пофиг, не мешает, а так. Ну это приятно, на самом деле, даже... Кстати, это надо подкинуть этим самым Фу, успел. Это очень хорошо. Тут буду город. Ну, короче, тут дофига где города можно будет поставить. Вау, эти штука гуаны. Так, ну тут я, наверное, тропический лес вырублю. Надо пометить, что у нас будет священное место. Дед, приложение. Так, древние стены где-то надо еще сделать. Все-таки. Так, а что у меня до сих пор... Я до сих пор не могу никакого губера взять. В исторических хрониках только. Ну, мне эту политическую площадь надо еще построить. Кстати, а может ее здесь поставить? И вот так вокруг тут потом камень-то убрать? Может, реально вот сюда политическую площадь? Вся они сейчас после поселенца. Да, наверное, так и надо. Тут театралка тогда, потому что рядом с чудом и с политической площадью. Как-то не знаю, там промышленную зону тоже можно будет. Загрузился. О, блин, тут один ход. Нет, давайте сэкономим денежки, подождем.
Так, и надо будет Лян, видимо, в Чаншу. И там создавать кучу рабочих, просто строить. Так, как у нас тут стоит? Блин, стены где-то надо. Ну, стены, наверное, в Пекине надо. После этого рынка. Так, делаем тут. Ну, у меня пишет только, что Алексей ходит еще. Хотя не показывает. Да, я хожу. А, все, добро. Так, нанимаем Лян в Чаншу. Тут зал для приемов еще строим. Или может посела. У нас всего два губернатора. Что нам зал для приемов так рано? Давайте посела. На всякий случай буду засвечивать тут, мало ли. Так, а где у нас гавани? Грега, прикол, теперь у меня такой же глюк. А у тебя прошло? У меня полечилось, да. Красиво, кстати. Два морских ресурса. А я теперь сижу и мне любопытно, что у нас за глюк. Давайте, наверное, блин, в Хандане. Но у нас негде два морских ресурса вообще. Наверное, без ускорения просто всё, откроем. Тут... Что тут торговца пока? Ох. Так, а сахар, мы еще можем предприятие на сахаре, но я бы, наверное, в Чинше ставил. Предприятие на сахаре. Надо придумать, где вот тут город поставить. Может, вот сюда? Вон до этих оленей, вот до этих не дотягивается. У меня Легаси еще ходит. Все правильно? Да, сейчас покажу. Да. Добро, все, добро. Я просто уточнял. Ну. Так, и математика. Это Петра. Кстати, вот, возможно, вот здесь поставить в пустыне сначала Петру здесь организовать, например. Так, госслужбу пока отложим. Блин, первый посол надо убрать. И на этот откуда уже взялся? Нет уже, наверное, оставшийся какой-то чувак, отставший от своих. Тут через 5 ходов. Пошли, может, Леон лучше пообращаем. Так, я думаю, пора в Ракидет отправлять. Блин, видите, проблема, нету кампусов нормальных. Так, а строителей тут рано, еще Лян не прибыла. Давайте, наверное, тут тоже поселенцы. Да, потеряем жителя, но мы до 10 успеем вырастить, чтобы получить ускорение. Так что нормально.
Да, тут компуса красивые у француза. Это он уже поставил карточку, то есть это он уже открыл исторические хроники. И поставил карточку на них. О, бесплатную копию редкого ресурса этой клетки вашей столицы. Слушайте, я могу ее, знаете, что сделать? Раз мы с монополиями и корпорациями, то я могу ее, этого рабочего... Фу, не рабочего... Торговца на чае. И у нас как бы два ресурса чая. И получается корпорация... Я больше не вижу здесь чая у нас на этом... На карте. Да, блин. Это у... Ну, то есть, этот ресурс я не смогу обрабатывать, как и этот. Это все у соперников. Я не смогу два ресурса делать. Так, забираем. Ну, нельзя пропускать у нас. Забираем торговца. Я думаю, что это хорошая идея. Его на чай применить. Так, давайте тут этого скаута ловить. Где он там ходит? Блин, может мне реально еще одного миссионера, пока следующая эпоха не началась. Тут очень много распространения. Мне бы Париж обратить. Знаете что, куплю еще миссионера. Да, жалко, типа, это, ну, минус поселенец. Но и наша религия нам неплохо дает. Так, значит, тут нам надо... Вообще, первый посол... Знаете, в Гонконг я отправлю, пожалуй, первый посол. Дед, а у тебя союз в процессе? Плюс два влияния. Да, да, скоро вот. Поселенцы рабочие надо оставляем. Быть. Да, у меня союзы следующим ходом, по идее. О, я предлагаю наш континент сделать мирным и уничтожить всех вокруг. Осуждаю. И в чем тут мирность тогда нашего континента? Все, мы тебя поймали. Злой варварец. Так, по идее у меня два чая теперь. Да блин, чё торговать не с кем? Предложение, француз. Еще секунду. Сейчас. Да, очень приятно. Так, ну и давай, какой союз? Я уже в союзах. Мне подходит экономический, либо научный, либо с тобой, либо с... Ну давай, давай научный, а я тогда экономический с дедом. И я... А, подожди, тогда я с дедом уже экономически не заключу. А, ну давай тогда и... Подожди. Вилочка. Может мы деда спросим тогда, что он хочет? Да, 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 давай деда спросим. Не с кем-то экономически, вы сами решаете. В смысле, сами хорошо, решаете? Я... Тогда у нас кто-то без экономического, один. Ну вот и решайте. Хорошо, француз, давай мы экономически заключим. Добро, добро, да. Так, туда у нас пойдет этот поселенец, тогда этим давайте вот сюда.
Ну, тут красиво, конечно, у них вот это чудо. Приятно много дает всего. Так, ну я думаю, что я вот в этом городе и Петру, и пирамиды. Только решить, где у нас Петра будет самое... Наверное, вот сюда надо Петру ставить. Ну, короче, тут несколько клеток, которые вообще ни хрена не дают. Вот тут, кстати, производство и еда, это потому что тут ураган прошел какой-то. Монументальность, естественно. Так, дальше. Наверное, Мокшу может в Пекин, чтобы он влиял в Акхотя. Рейна. Вассуан. Ну, я бы, наверное, пока сейчас внутренний пустил. Так, здесь гавань. А, только вот здесь. Чтобы была возможность вот на этой клетке что-нибудь построить. Ну, давайте Рейну все-таки в Ханьдань. Немец Турок, что там по союзам у вас? Пока ничего не буду думать. По союзам что, не намечаются там? Сто шестьдесят, значит, следующий 175, что ли, там по 15 добавляется. Я еще не открыл. Нет, 180 службу. По 20. Ну, я готов. Ну, предлагаю не начислять ученых. Согласен. Ну, а, пока надо дать паузу. Пока кто-то строит чудеса, кто-то вкладывается в кампус. Согласен. Давайте осуждать умные игры. Кого? Ученых, давайте осуждать. Давайте осуждать умные игры? Игры. Да. Да, я осуждаю тоже, точно. Только дебилы в умные игры играют. Нормальные пацаны. Тупые. Ученых осуждают. Вот так вот. Почему-то прошло осуждение не аж-мяш, а что это? Поляк а почему-то. А потому что вам следует играть в умные игры. Поляк прям удивился так. Да, что-то обиделся на тебя, походу. Вообще. Я не понимаю, как жители Египта могут не играть в умные игры. Кстати, дед, а когда у тебя союз? Три хода. Блин, ну... Ладно, следующим ходом все равно могу поставить город. Не страшно. Так, драма и поэзия. Наверное, создание поселенцев я уберу. Теперь я не буду... Я их теперь покупать чисто буду за веру. Так, туда у нас идет, сюда идет. Этот куда... Этого куда-то сюда. Ну, наверное, где... Не, вот сюда я его хочу. Блин, дед, давай ты в другую сторону там скаутом пойдешь. Я тебе дам открытые границы. Или у нас они есть. Тут, блин, сюда плохо, у меня тут поселенец идет. Давай. Так,
тут чисто начинаем строителей бахать. И я пойду феодализм через морскую традицию. Ну да, квадриремой надо уничтожить, но у нас нету... Никого... Даже если была квадрирема, мне некого уничтожать квадриремой. Так что я это не ускорю. А карточка в феодализме, вот это нам нужна. Плюс два действия, то есть понимаете, какие у нас будут. Так, Лян приехала. Тут, наверное, на производство. Плюс у нас вон открывается... Ну, не знаю, ждать или... Наверное, надо подождать две галеры. Ладно, отложу. Блин, ну древние стены так никогда и не построю, видимо. Ага, вот я из Польши познакомился. Приветствую тебя, Франция. Да. Бля, что так слабенько? Я так понимаю, у тебя там очень хорошие места? Места посредственные. Но я не жалуюсь. Дед, от рака деда ты планируешь, да, поселиться лево, если смотреть на столицу? Ну, наверное, там поставлю город. Все, все хорошо. Я просто, ну, там, такой город сладкий, и так долго не ставится, я думаю, мало ли. Мало ли, само поставится. Так, ну, наверное, уже пингалу все-таки пора. Но он такой слабенький у меня будет. Блин, 200. Так, слушай, а сколько мне еще поселенцев-то надо? То есть у меня сюда идет посел. Где-то здесь еще город, наверное, вот сюда я поставлю. Сюда и сюда, да? Давайте даже как-то пометим себе, чтобы... Тут город. Тут. Я понимаю, что не на побережье, но зато... Не думаю, что мне здесь гавань будет прям важна. Так, дальше. Где-то здесь. Тут я решил сюда ставить, да? Правда, так... Крабы так не в тему. Может, сюда? Давайте, наверное, вот сюда. И тут где-нибудь раз, два, опа, три. Я вот здесь? Сюда. Я не видел лобби. Я просто перезашел. Чё ж оно так рассинхронит-то? Так, давайте из Чэнду отправим. Дороги надо делать. Так, а Падана... Не, наверное, здесь я не буду его строить. Тут я держу для храма Махабодхи, а значит, надо храм построить. Так. Потом рабочего с храмом... Ну, храм Махабодхи двух апостолов дает, то есть можно укрепить... А, подождите, это случайно не средневековое чудо? Нет, античности, отлично. Я загрузился. Я так понял, мы сейчас просто ход заканчиваем. Да. Клан Тигрового Клыка убит. Так, а кто там говорил? Грек говорил, да, что у него хлопок?
Да. Кинул предложение. Так, значит, туда идет у нас поселенец. Сюда идет поселенец. Значит, сюда и еще два поселенца купить надо. Двух поселенцев, а это у нас 220 и 240, то есть 460 веры еще надо. Ну тут сейчас появится центр священочка. Блин, а я поселенцев так и не убрал. Блин, и тут губера не назначил. Так, блин, так эти плохо, что я там не убрал 50... Блин. 4 хода теперь ждать. Фак. Здесь давайте, наверное, мокшу все-таки в Пекин. Ну, не знаю, пингало как-то немножко сейчас бессмысленен. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте, ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.